Однажды мы с вами вспоминали старую восточную притчу. Пришел человек к мудрецу и сказал ему: «О, мудрец, научи меня отличать истину от лжи, красоту от безобразия, научи меня радости жизни». Подумал мудрец и научил человека танцевать. И неспроста я сегодня вспомнила об этой притче. Все мы знаем, что хореография – это тяжелый труд, в котором только с виду все красиво. Танцы, танцы, танцы. Видя, что танцоры порхают, как бабочки, малыши и малышки восклицают: «Мама, я тоже так хочу!» Что ж, хорошо, когда с детства человек умеет пластично двигаться. Танец – это сочетание пластики, чувств, мимики и истории, которую артист рассказывает своими движениями зрителям. Разнообразие стилей танца в мире, конечно же, впечатляет. И радостно от того, что трудно найти человека, который бы не слышал о кавказских танцах. Ну а на Кавказе практически нет человека, который бы не сумел станцевать зажигательную лезгинку. Но когда это делает профессионал, то у зрителей просто дух захватывает. Елена Хубиева с самого детства посвятила себя хореографии. Она как лебедь на сцене, за ней можно просто наблюдать и восхищаться.
Эта девушка искренне любит свое дело. Но мы видим только красивую сторону. Сценический образ, который, кажется, и не знает, что такое трудности. Но что происходит за кулисами и на репетициях у артистов и хореографов? Об этом мы узнаем прямо сейчас из первых уст. Леночка, спасибо, что нашла время, тем более предновогодняя суета коснулась и тебя, как и весь ваш коллектив. Но сегодня мы будем раскрывать тебя, поэтому я хочу, чтобы ты сама мне сказала, какой ты себя видишь, какая ты, потому что творческие личности, мы же все разные. Ну, что такого я могу о себе сказать? Конечно, со временем мы меняемся, меняют нас люди, мы сами меняемся, обстоятельства нас меняют. Но на сегодняшний день сама по себе я, конечно, скромный, застенчивый человек, но выходя на сцену, конечно, приходится улыбаться, приходится переступать через свои скованности, все-таки проявлять какую-то артистичность. Это что касается работы. Что касается жизни, ну, стараюсь быть хорошим человеком, в принципе, как и все. Помогать людям, делать добро, стараться быть справедливым человеком. Ну, в принципе, это, наверное, и все, что касается меня как человека в жизни. Ты уже столько лет в танцах, скажем, да? Уже почти 15, если я не ошибаюсь. Как ты вообще пришла в эту сферу? Ой, ну, я переехала в город Черкесский из поселка Домбай, в котором я родилась, в возрасте 7 лет, в 93-м году. В этот же год моя любимая тетя, наша великая гармонистка Чипчикова Светлана Сарыевна, да, это моя тетя, она взяла меня с собой на репетицию ансамбля «Эльбрус». Ну, в общем, это и решило, наверное, мою судьбу. Я полностью, окончательно и бесповоротно влюбилась в танцы, в кавказскую культуру просто в этот же день. Особое впечатление на меня произвела, конечно же, музыка, гармошка национальная, даул, вот эта энергетика, девочки прекрасные, как лебеди, просто... Для меня, как для ребенка, это было что-то вот нечто. Ну, естественно, я тут же изъявила желание танцевать. Буквально через какое-то время меня моя тетя Светлана Сарыевна привела на студию, детскую хореографическую студию при ансамбле «Эльбрус». На тот момент нашим хореографом был Узденов Чурай Исмаилович. Дай бог ему крепкого здоровья. По сей день он является нашим балетмейстером. По сей день для он тех, как кто, пример, да. Не знает, это на сегодняшний день руководитель юного перспективного ансамбля «Корча». «Корча», да, все верно. Он же основатель, он же руководитель. Thank you.
танцевала вот сколько себя помню. То там, в детской хореографической студии при ансамбле «Эльбрус», то в школе тоже мы выступали на праздниках. Мы на 9 мая, на 23, на все тематические праздники в школе я обязательно, мы на сцене, все. Потом, в возрасте, когда я закончила школу, изъявила желание пойти уже работать в ансамбль, но мой отец был категорически против. Почему? Он хотел, ну, наш менталитет, ну, да, каков, уже большая, да, девочка, у нас, более серьезным, как бы, чем-то. Да, культура, она как, у нас тем более в роду не было, чтобы кто-то танцевал вот так вот профессионально или что-то в этом роде. Да, у меня родители очень любят музыку, они музыкальные люди, мама моя очень красиво поет. Папа в свое время тоже играл на гитаре, ну, по молодости и пел, вот. Но чтобы вот так посвятить жизнь ансамблю, такого, конечно, вот кроме моей тети, нет, не было. И вот он сказал: отучись, получи высшее образование, потом, может, если захочешь, пойдешь. Ну, я, как и все примерные девочки, финансы, кредит, экономический факультет, отучилась все 5 лет от и до, как и полагается. Даже работала по профессии чуть-чуть, но, к сожалению, все-таки нет. Все-таки не мое. Мое всегда были танцы, ансамбль, именно Эльбрус, именно ансамбль. Я об этом мечтала всю жизнь. Я попыталась все-таки волю отца как-то вот не поколебить, но не получилось все-таки. Я вернулась в ансамбль, и вот по сей день, с 2007 года, вот являюсь артисткой балета госансамбля «Эльбрус». Просто с ума сойти. Когда ты зашла, я у тебя сразу спросила: Лен, ну как вы умудряетесь сохранять фигуру для девушки, как я, которая очень любит поесть? Это, конечно, что-то просто, я не знаю, не из мира сего. Как вы справляетесь? Это же такая нагрузка, при этом вы должны всегда быть в одной паре. Вам шьют костюмы, и вы должны в них постоянно, извиняюсь за такое слово, влезать. Да, мы должны влезать. Вот сейчас особенно этот вопрос остро встал после длительного карантина. Да, мы сидели дома, репетиции не было несколько месяцев. Мы, когда вышли на работу, просто боялись не влезть в свои костюмы. Но понимая, да, что все-таки наступит тот день, когда придется одеть костюмы и выйти на сцену, все-таки старались как-то держаться. Мы, привыкшие к подвижному образу жизни, тут засели по домам, даже если особо и не налегать на еду, все равно как-то вот малоподвижный образ жизни, он как-то все-таки может отразиться. Ну, мы старались, но, к счастью, мы в августе вышли на работу, в конце августа, и с тех пор, конечно, мы успели войти в форму, привести себя чуть-чуть в порядок, и благо вот сейчас начинаются концерты, в костюмы мы влезли, слава богу. А так, как и все люди, в принципе, мы ни на каких особых диетах не сидим, каждая девочка сама для себя знает свой вес идеальный. Чуть-чуть набрала, так, надо себя взять в руки, чуть скинула, и, в общем, как-то так. За один концерт можно скинуть пару килограмм, которые мы набирали, например, месяца два, потому что концерт проходит в очень напряженном режиме, помимо самих танцев еще надо успеть переодеться, и это очень сильная нагрузка, и, соответственно, за 2 часа концерта мы можем скинуть до 2 килограмм запросто. Это да. Я прям вот сейчас вспоминаю моменты, когда именно закулисье наше, да, когда вы оттанцевали и просто каким-то ураганом убежали и обратно вернулись уже с новой улыбкой, в новых, да, нарядах. Да, ну, зрителю это знать, конечно, и не обязательно, как мы бежим, переодеваемся, кричим, кто взял мою вешалку, отдайте мою невидимку, в общем, мой пояс, это мой пояс, нет, это мой пояс. В общем, что у нас творится за кулисами в гримерках, это, конечно, отдельная история. Ну, а зритель нас видит просто, мы ушли и вышли уже в новых костюмах, как бы все спокойно, мы улыбаемся, все прекрасно. Ну, это наша работа, поэтому мы привыкли. И вот ваш так. Грим,
по-другому я не назову, это даже не макияж, это на самом деле сценический грим. Да, это грим, это не макияж. Насколько я понимаю, это специально, чтобы зритель зала видел там глазки подчеркнутые, яркие губки. Но я скажу, что это сложно. Каждый концерт, это ж надо приноровиться, чтобы так красиво все нарисовать. Вы себя красите сами? Да, каждая девочка. Если приходит новенькая, молоденькая, да, вот только поступил на работу человек, конечно, мы стараемся помогать, мы подсказываем, как будет красивее смотреться сдалека со сцены, как заплести косичку хорошо, чтобы она продержалась весь концерт, чтобы человек выглядел профессионально, да, несмотря на то, что вот только пришла девочка. А тогда мы сами красимся всю жизнь, нас никто не гримирует. Мы сами... Для чего делается сценический грим? Для того, чтобы свет, очень яркий свет на сцене. И при таком ярком свете со зрительского зала абсолютно теряются все черты лица. То есть, если не сделать хороший грим, просто вместо лица зрители увидят белое пятно в костюме, да? Поэтому приходится, да, подчеркивать, делать очень яркий грим. Слышим критику в адрес, когда особенно близко сделана фотография в гриме. Ой, зачем же вы так краситесь-то ярко-то, вы же так красивы. Ну вот некоторые не понимают, что мы красимся-то так не для фотографии, а для сцены. Со сцены, чтобы людям были четко видны лица. Ну и для одинаковости тоже, конечно. Одинаковые костюмы, примерно одинаковый грим, там с небольшими погрешностями, кому как больше идет. Ну и все, как бы мы ансамбль, ну, вот так. Скажи, пожалуйста, вот если с гримом вы разбираетесь сами, а с нарядами у вас, наверное, есть какой-нибудь дизайнер? Или же все-таки где-то креативите сами, предлагаете свои идеи, а руководитель поддерживает? Ну да, конечно, у нас есть замечательнейший костюмер, наша Кулиночка, мы ее очень любим, это профессионал с большой буквы, она просто все миллиметр в миллиметр нам подгоняет костюмы, да, нам шьют, некоторые костюмы нам шьют в Нальчике, некоторые шьют здесь в Черкесске, ателье у нас здесь местное есть, которые тоже очень красиво шьют. Да, вместе с нашей Кулиночкой мы садимся и подбираем, что где как лучше, какой сделать красивее рукав, орнамент, шапка, как она может быть формой, может красивее будет. Ну вот как-то сами в основном. Но в итоге папа смирился с твоим выбором? В итоге папа смирился, да, он очень долго сопротивлялся, но он понял, что... Это, в принципе, такая же госработа, как и сидеть, например, ну, скажем, я не знаю, где-нибудь в офисе, да, в кабинете. Есть у нас, конечно же, свои плюсы в работе, и минусы есть, и плюсы есть. Ну, лично я плюсов вижу больше. Это, во-первых, подвижный образ жизни. Во-вторых, мы заняты всего полдня. То есть мы не сидим с 8 утра до 5 вечера. Как офисные работники. У нас рабочий день наш составляет с 10 до 2 всего лишь. Потом мы свободны, мы можем заниматься своими делами, какими-то семьей. Единственное, что, конечно же, это дни концертов. В дни концертов мы возвращаемся очень поздно домой. Если это поездка, то у нас нет неделями, возможно, бывает. Если это где-то по месту концерты, небольшие выезды, то мы возвращаемся поздно ночью. Это за 12 часов ночи бывает. Вот так что, ну вот везде плюсы и минусы. Ну лично для меня плюсов больше, конечно, чем кабинетная работа. Но каждому свое. Когда вы уезжаете на неделю, как ты справляешься со всем? Ну, мы уже привыкли, мы знаем, что нужно взять с собой, мы знаем, какой будет наш распорядок. У нас один раз был такой выезд, мы уехали на неделю, и ежедневно, у нас была поездка недалеко, в Турцию, и ежедневно совсем мы... Совсем недалеко. Ну, как бы по меркам, куда вот выезжал ансамбль, это, конечно, недалеко. Даже тот же Великий Новгород, по-моему, дальше, чем Турция. Вот, и у нас ежедневно эту неделю были концерты, прямо день в день. Мы
давали концерт. После концерта нас селили в отель, мы отдыхали, и с утра выезд в следующий город, несколько сотен километров. Приезжаем на место, снова концерт, снова отдыхаем, и с утра опять выезд. И вот в таком режиме мы жили неделю. Но мы готовы к этому, мы, в принципе, знаем, каково это, мы знаем эти нагрузки, уже как бы пропитаны этим всем, и, ну, как бы... Легкие вот, на подъем. Ну да, если человек новенький, то ему, да, это может шокировать первое время, что вот такой режим, что не успел лечь, уже надо вставать и бежать гримироваться, но потом привыкаешь, потом нормально. Ну, давай немножко отойдем от темы твоей профессиональной и вернемся в семью. Угу. Расскажи о своих родителях. Ой, ну родители у меня такие консервативные. Они очень любят музыку, очень любят танцы, очень любят культуру, но тем не менее себя никак не связали с этой деятельностью. Папа у меня строитель по образованию, мама продавец. Они работали по своей профессии, сейчас на пенсии. Обычные люди, выросшие при Советском Союзе. Вот. Добрые, мягкие, чуткие, любящие родители. В принципе, как и у всех у нас. Что мы можем о родителях сказать? Только хорошее, потому что они нас вырастили, воспитали, и надо быть благодарным, любящим. Ребенком, так а скажем. А братья, сестры у тебя есть? Да, у меня есть старшая сестра. У нее семья, то двое детей. Родители выполнили свой главный долг. Обе их девочки уже имеют свои семьи. Ну да. Рассказывай о своем спутнике жизни. Где? Ну я-то его знаю, хорошо знаю. Но где вы с ним познакомились? Как это произошло? Твои первые эмоции? Ну, как и большинство артистов ансамбля, мы встретились в ансамбле. Да, у нас очень много супружеских пар в рамках ансамбля. Ну и мы не исключение. Он артист оркестра, он у нас в оркестре. Пришел чуть позже в ансамбль, чем я. Ну, в общем-то, в принципе, о чем рассказывать. Как и у всех бывает, увиделись, познакомились, понравились. Поженились. Но долго длился конфетно-букетный период? Или он нет, сразу недолго, сказал все? Нет, недолго. Где-то год, наверное. Относительно недолго, где-то год. И на этом решили как бы поженить. Ну, в принципе, артисту ансамбля легче жениться и выходить замуж за артиста ансамбля. Да, потому что поездки, вот это все, как бы человек далекий от этого, он ему будет тяжело. Ни один кавказский такой мужчина, ну, с нашим воспитанием, с нашим менталитетом, не то чтобы не один, но я думаю, что большинство не примет, когда супруги нет неделями дома, да, это же дети все-таки, ну, у нас все равно как-то все... с этим не так просто, да, на Кавказе. Вот. А когда оба с ансамбля, оба на выезде, оба приехали, все друг друга знают, как бы одна большая семья, и гораздо легче, если вот всей семьей как бы работаете вот вместе в ансамбле. Поэтому но не было проблем. Продолжает, да, работу в сфере. Он не только, он, кстати, и является автором нескольких моих композиций и аранжировщиком. Он очень талантливый парень, которым можно только восхищаться. У вас просто спасибо. Пара на зависть. Спасибо большое. Да, у него есть студия звукозаписи собственная. Он работает в этой сфере очень давно, даже раньше, чем артистом оркестра при ансамбле. Вот. У него записывалось очень много певцов, артистов. Ну, в общем, опытный очень в этой сфере. Кто вам помогает с детками? Вот вы оба уезжаете на неделю, а лялечки ваши? Ну, у нас пока один сынок. Ты понимаешь, я каждый раз вам приплюсовываю второго. Ну, посмотрим. У нас пока один сынок. Нам очень помогают родители супруга. Они очень хорошие люди.
Особо хочу отметить свою свекровь, даже назвать свекровь язык не поворачивается, это просто ангел во плоти. Мне очень повезло с ней, она прекраснейший, добрейший души человек. Я просто таких людей не встречала больше в жизни. Она очень сильно нам помогает. Каждый наш концерт она приезжает, они живут в городе Карачаевск. Каждый наш концерт она приезжает из своего дома к нам и помогает нам с ребенком. Вот она находится с ним у нас дома. Это почему, как бы возникает вопрос, почему бы ребенка к ней не отвезти? Она приезжает специально, чтобы ребенок остался вот в своем доме, да. Чтобы у ребенка не возникло никакого дискомфорта с переменой места. И вот она каждый концерт приезжает, и вот сколько нужно она находится, пока мы не приедем. Судя по сыночку, да, потому что очень Арсен, хороший, он тоже да. очень хороший родители парень. Очень хорошие, и отец, и мать, и сестра его очень хорошая. Это я просто не ожидала, что такие люди вообще существуют, и что к невесткам вот так могут относиться, как просто вот... Как к родной дочери. Как к родной дочери, да. Я даже бы сказала, наверное, даже лучше, чем к родной дочери. От дочерей больше требуют, мне кажется, чем... От дочери они, наверное, больше требуют, чем от меня. Вот, так что вот нам очень повезло вот с тем, что мы можем в любое время, конечно, сына оставить. И, ну, слава Богу, что больше 10 дней на сегодняшний день мы нигде не задерживались. И так, чтобы ребенок ощутимо почувствовал, что родителей долго нет, такого еще не было. Лен, вот вы уезжаете на неделю целую, да? В преддверии Нового года. Как ты успеваешь? Вот именно праздник. Обычно праздники и занимают концерты. Точнее, концерты занимают праздники. Приготовление блюд, накрытие стола. Кто этим всем занимается? Ну, у нас именно на 31 декабря редко, когда выпадает концерт. Обычно это предновогодние дни, получается, но не сам 31 декабрь. Вот. И, в принципе, ничего сложного. Если это концерт по месту, мы не считаем, что это что-то такое прямо сложное, что мы ничего не успеваем. Это бывает обычно предновогодние дни в основном. Вот как сейчас мы... Вы опять собираетесь? Опять, да, перед Новым годом мы собираемся, но сейчас это будут концерты не по месту. Мы уезжаем на 6 дней. Где вы будете? Ну, это Кавминводы, Пятигорск, Кисловодский, Сентюки. А, ну хоть что-то рядышком. Да, не прям так далеко. Ну и по Кабардино-Балкарии еще несколько концертов. Вот и через 6 дней возвращаемся, и, ну, успеем. До Нового года будет еще 2 дня, поэтому успеем. Ну и такой вопрос. Ты сама была юной девочкой, когда ты поняла, что танцы — это твое. Ваш сыночек, хотел сказать твой, потом аж неудобно, аж сын же тоже смотрит передачу. Ваш сыночек, он уже выбирает свое будущее как-то, вот, может, он проявляет интерес больше к музыке, или же к танцам, или же он вообще далек от чего-то такого? Но мы проверяли, есть ли у него музыкальный слух, есть ли у него чувство ритма. Слух у него есть, чувство ритма у него есть. Но к музыке, к танцам у него нет вообще никакого интереса. Он у нас футболист. Он с 4 лет посещает футбол у нас уже 2 года. И вот все, футбол и все. Пока что, по крайней мере. Может, туда дальше, кто знает, может, что-то его еще в будущем заинтересует. Но пока что у нас футбол, футбол и футбол. Я думаю так, нужно ребенка отдавать туда, куда он сам да. хочет. Не надо его заставлять. Пусть попробует несколько кружков, что ему больше ближе по душе, пусть, в принципе, и занимается. Меня в 12 лет отдали на аккордеон, меня хватило ровно на годик. И на этом все. Это, конечно, очень хорошо, как бы, когда ребенок освоит хоть какой-нибудь музыкальный инструмент для общего развития, для всего. Музыка и музыкальные инструменты, танцы – это не только вот просто повеселиться, это очень хорошо развивает детей в координации, да и во всем вообще. Это очень хорошее развитие. Но не мое.
Вот фортепиано, может быть, я бы, может быть, и отучилась бы. Ну, аккордеон, ну, вот танцы, и по сей день как бы хожу на кружок. Танцы, да, и кружок, и работа, и вся твоя жизнь. Это, конечно, танцы, но это красиво. Поэтому даже спрашивать не буду, устаешь ли, нет, потому что я вижу по твоим глазам, как они сияют, когда ты говоришь о своем любимом деле. Да, это, как говорится, занимайся любимым делом, и ты не будешь работать ни одного дня, да? Сейчас уже, конечно, более все привычно, как само собой разумеющееся, но когда я только пришла в ансамбль, только начала работать, просыпаясь по утрам, я вспоминаю, куда мне надо идти, просто как на крыльях счастья бежала на работу. Ну, люди удивляются, как вы танцуете и вам за это еще зарплату платят. Да, нам платят зарплату, но как бы мы взрослые люди, и надо зарабатывать и обеспечивать свои семьи. Естественно, мы работаем за зарплату. За деньги, да, но без души, да. Без, вот, чтобы внутри прямо вот оно горело, никакие деньги не смогут заставить человека работать на этой работе. Если не любить эту профессию, ею заниматься невозможно. Это не прийти и отсидеть 8 часов в кабинете, хочешь, не хочешь. Тут без желания, без искренней любви к этой профессии, к сожалению, даже если будут платить миллионы, все равно невозможно работать вот длительно и вот отдавать всю себя профессии. Ну, то есть мы всем мамочкам советуем, которые сейчас отдают своих деток, если у них так же сияют глазки, как у тебя, они оставляют своих малышей именно там и не спорят, потому что, значит, это выбор осознанный уже ребенка. Да, на данный момент уже, конечно, отношение к нашей профессии начало меняться уже с появлением интернета, да, великого. Люди начали понимать, что есть какие-то профессиональные коллективы, что люди работают до пенсии. Ну, то есть был какой-то информационный вакуум. Люди не знали, что это, в принципе, серьезная профессия. А сейчас, благодаря интернету, благодаря тому, что люди, вот нажал кнопочку и все что угодно, ты можешь там увидеть, прочитать. И поэтому уже и к нашей профессии отношение начало меняться. Люди очень много отдают своих детей на танцы. Очень хотят. Прямо приводят с трех лет приводят девочек. Мы им говорим, ну 3 годика, вы же результат пока и так, такой мы не сможем вам показать. Ну пусть, хоть что-то, ну пусть только ходит. Только вот результаты начинают появляться, ну вот 4,5 года, вот так уже можно хоть чему-то научить ребенка. Но родителям не терпится, да. Они мечтают, когда уже их дочка, сыночек затанцует, когда вот, значит, вот они, да, увидят, да, что вот ребенок чему-то научился. Я, конечно, как мама очень понимаю. Стараюсь ласково все объяснить доступно, что маленький еще, попозже придите, через годик. Ну вот, к
слава Богу, да, что к профессии отношение наше поменялось, и уже вот я надеюсь, что в будущем, если кто-то даже выберет эту профессию, родители не будут запрещать, не будут говорить, что это несерьезно, это не твое, там лучше отучись на юриста. Каждому свое, и каждый должен заниматься своим делом. Линочка, осталось совсем немного до наступления одного из важных праздников в году. Самого яркого, волшебного. Это Новый год. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть все невзгоды, все несчастья, все печали, потери останутся в нынешнем году, в 2020, который, слава Всевышнему, заканчивается. Пусть с новым 2021 годом придут только положительные эмоции, только радость, только здоровье крепкое всем. Пусть те, кто сегодня с опустившейся низкой головой, пусть воспрянет духом, пусть придет только уверенность в завтрашнем дне, стабильность, ну и, конечно же, благополучие всем. Спасибо. Спасибо большое за такие пожелания. Ну и мы тебя не отпускаем с пустыми руками. От нашего телеканала мы тебе дарим фотосессию на память.